Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас будет очень интересный блог «Мотивация на уборку». Будем чистить, стирать, очищать. Итак, поехали. Помогать нам в этом будет одна интересная покупочка моя с Wildberries. Одно очень интересное средство. Давайте вместе открывать и тестировать тоже будем вместе. И это у нас с вами универсальный очиститель Shine. Смотрите, какая стильная черная коробочка. Стирка при 40 градусах. Супер. Эко. Сейчас открою пакетик, почитаем все. Так, вот так выглядит упаковочка. И что нам с вами обещает производитель? Смотрите, стирает белое цветное, выводит пятна, отбеливает, удаляет жир, моет посуду, каменную раковину. Полноценная уборка, не содержит хлора СЛС, полностью безопасен для окружающей среды, полностью биоразлагаемый. Удаляет стойкие загрязнения. Угу. Способ применения у нас с вами. Стирка в стиральной машине в отсек для стирального порошка. Добавить. Одну ложку 30 грамм очистителя для усиления своего стирального порошка. Так, для выведения пятен. Две мерные ложки для отбеливания. Вот так. Смотрите. А для достижения максимального результата активируйте средство в горячей воде. То есть, когда мы стираем в стиральной машинке, да, мы предварительно кипятим водичку, туда добавляем ложечку, потом вот этот кипяточек выливаем в барабан. Я, например, так делаю, мне так удобно. И тогда эффект прям просто бомба. Применять строго в соответствии. Подробная инструкция по QR-коду. Ну и в карточке товара тоже вы можете по ссылочке потом все посмотреть и почитать. Применять строго по назначению, это все понятно. Не применять для изделий, из шерсти. Смотрите, вот это очень важно, потому что важно шелка, кожи, нубука, замши, мембранных тканей, изделий с элементами меди и алюминия. То есть медь и алюминий, они могут потемнеть, имейте в виду, их таким средством чистить нельзя. Состав: перкарбонат натрия 70%, бикарбонат натрия, то есть это не 100% перкарбонат натрия, здесь у нас другой состав, и он должен быть, по идее, мощнее. Смотрите, бикарбонат натрия 15-30%, ПАФ растительного происхождения, менее 5, пищевая соль. Очень интересный состав. Написано, что при 40 градусах даже в машинке он себя хорошо показывает. Так, давайте распакуем. Вот так выглядит порошочек. Он гранулированный. И видите, есть здесь голубые частички. По запаху есть аромат. Мне кажется, какой-то фруктовый, что ли. Какой-то вот еле уловимый фруктовый, отдушка чистоты. Есть мерная ложечка. Вот она у нас как раз будет 30 грамм целиком. Так, ну что, поехали. Что мы с вами будем делать? Мы сейчас будем с вами замачивать чехлы от стульев. Вот в таком виде у меня крестюшки. Но это вообще, тут вся еда на нем скапливается. Приходится их стирать очень быстро. Здесь тоже шоколад я вижу. Они такие молочного цвета. Но вот крестюшки, он прям на этом фоне самый такой классный. Так, я думаю, нам хватит вполне себе пару ложечек, чтобы привести это все в божеское состояние. Вот еще один, их 4 у меня тоже от еды, это Ксюшкин, но это от краски. Оно как было, так и есть. Пара ложечек. Очень удобно, что ложка есть в комплекте. И выливаем сюда кипяток. Начинает идти реакция, очень много пены. И именно в этот момент мы все с вами сейчас погружаем. И замачиваем. Надеюсь, у меня все влезет. Должно. Вот так это все выглядит. Хорошо все погрузилось. И нет вот этой чрезмерной бурной реакции, когда все через, но очень много пены. Видите? Поэтому есть тоже шипение, есть тоже бурление местами. Оставляю. Буду через полчасика смотреть. Будем смотреть, через сколько средства справится. Ну и потом отправлять в стирку с обычным режимом. Дальше. У меня уже кипит вода, в моем указании сковорода. Вот эта же из магнита. Она мне полностью, девчонки, устраивает. Все отлично, все хорошо. На ней можно без масла готовить. Но вот в течение 10 дней она все равно приобретает вот такой вот вид. Хотя после каждого применения мою, но все равно вот тут вот это вот дело скапливается. Мы уже пробовали с вами ее очистить в чистом перкарбонате. Теперь посмотрим, как справится очиститель Shine. Вот у меня уже закипела водичка. Сейчас мы немножко отольем, потому что кое-что еще хочу сделать. Как раз мне вот нужно совсем немножко. Я хочу от неприятного запаха в трубах избавиться. Потому что все равно, хоть и есть ситечка, ложечку насыпаем вот так. Хоть и есть ситечка, но все равно остатки пищи мелкие какие-то
Ничего себе у нас гром. Попадают в сливное отверстие. Естественно, они там скапливаются, естественно, они там гниют. Поэтому я предпочитаю раз в недельку, раз в две недельки вот такую процедуру проделывать. Засыпала ложку очистителя. И теперь кружкой прямо отсюда зачерпываю, потому что нам так много не нужно. Кипящую воду. О, смотрите как. И заливаю. Три кружечки, наверное, сейчас достаточно. Пусть это все дело там постоит, побурлит. Потом смоем и профилактику засора труб. И избавление от неприятного запаха совершим. Минут 15 обычно я даю постоять. В принципе, уже можно пользоваться. Теперь выключила воду. Теперь сковорода. Я кладу одну ложечку. Парям в водичку. Смотрите. Шух. Волшебство. Магия, девчонки, магия. Происходит магия в момент реакции сковороду. Тихонечко, чтобы не перелилось. Погружаю. Все, она у меня там плавает. Тут тоже достаточно, в принципе, минут 15. Будем смотреть. Ну, прям что-то как-то вал. Я прошло буквально 3 минуты. Сковороду замочили, а я смотрю, тут уже грязная вода, видите? И они все чистые. 3 минуты, девчонки. Вы представляете? Смотрите, я не вижу грязных чехлов. С ума сойти. Они чистые все. Вот это да. И вода уже грязная. Как-то прямо очень быстро работает. Очень быстро. Я думала, сейчас по привычке часика полтора-два полежит. Горячая. Но оно все чистое. Это шок. Так, вот третий и четвертый у меня где? Ну, вот они все. Вот он внизу. Они все чистые уже. Представляете? Так что, слушайте, мощно. Так, ну это вот этот с зеленым пятном. Крискин, наверное, вот этот был, я так подозреваю. Они все чистые. Ну, коль на то пошло, давайте сковороду посмотрим. Тоже прошло буквально 3 минуты. Кстати, реакция была немножко запоздала. Вот здесь у меня потом потекло. И потекло на плиту. Заодно плита почистится, потом протру. Давайте посмотрим, потому что мне прям интересно. Так, сейчас над раковиной. Да ладно. Так не бывает, слушайте, за 3 минуты. Да ладно. Видите, еще следы остались, но много уже отошло. Ну, за 3 минуты, девчонки. Ну, у меня вообще шок. Короче, сковорода пусть еще стоит, все остальное да удаляется. Я пойду пока закидывать стирку. Раковину сейчас сольем уже все. Отличненько. Слушайте, ну, у меня шок прям. Это очень быстро. Девчонки, достала чехлы от стульев и все великолепно. Все великолепно. Все чистенькие. Вот эти черные вкрапления, они вот тут так и были. Это тоже краска какая-то, видимо. Все чисто, все оттиралось, все сверкает. Ну вот просто супер. Еще хочу попробовать, девчонки. Смотрите, у нас, вы уже все в курсе, кто-то смотрит, площадка детская, это сплошная песочница. И их с улицы прям загоняю мыть ножки на коврик. И под ковриком, ну, спустя там день-два образуется вот такая вот сирота. Желтая, серая, ну вот видите, да, пятна видно вам. Сейчас попробую без стабилизации показать. Без стабилизации видней. Вот, смотрите, видите, под ковриком грязь. Ну, лето, в принципе, ничего страшного. Я хочу сейчас взять наш очиститель Шайн. Ну, я, кстати, закрыла, чтобы не стекало. Кипяточком залить, посыпать сначала вот так. Все как следует. Я думаю, ложечки хватит. Вот, всю вот эту грязь сыпем. И прям кипяточка налить. Вот так. Вскипятила чайник. И вот так прям заливаю. И еще хочу пройтись перчаточкой. Одела любимую перчаточку от Faberlic. Но мне кажется, уже начинает отходить. И вот так вот все это дело распределяю. Слушайте, уже все. Уже все отошло. У меня даже средство Faberlic для ванной, которое мощное. Его надо подержать, у него так сразу все не отходит. Вот тут еще остался разбор. Мы его, наверное, подержим немножко. А здесь все отошло. Смотрите, как круто. В перчатке, кстати, кипяток не чувствуется. Нормально. Все везде вот так, как следует. Распределяю и оставляю, ну, минут на 5. Так, ну что, мои хорошие, я хочу сказать, что все просто отличненько.
Сейчас я все смою и покажу. Вот эти полоски тут очистились. Прошлась еще раз перчаточкой, смыла водой. И ванна блестит. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько тяжело у меня удаляются загрязнения с ванной, потому что ванна старая, чугунная, но она мне нравится, она глубокая. Я в будущем планирую ее покрывать акрилом, в общем, что-то придумывать. Но она быстро цепляет загрязнение, потому что, когда мы сюда переехали, я ее очищала агрессивными средствами, привела ее в божеский вид, она беленькая, всегда у меня чистенькая, но шероховатая во многих местах, где я очищала пятна, которые здесь были. То есть повреждено покрытие. И вот эти шероховатые места, они просто в себя впитывают грязь, да, моментально. Поэтому я чищу ее практически каждый день. Вот здесь за несколько дней под ковриком скопилось, и все отошло, я хочу сказать, без усилий, очень быстро, очень просто. Просто. Что, мои хорошие, очиститель могу смело рекомендовать. Мощный, сильный, справился со многими задачами. Универсальный, безопасный. У него есть, кстати, экологический сертификат. Дополнительные интересные способы применения можно почитать на сайте через QR-код, который на упаковочке. Вот. А как его применить? Делаем скриншот QR-кода, направляем камеру. Есть приложения такие, считыватель QR-кодов, да? Открываем это приложение, вводим вот эту картиночку, да, со штрих-кодом и попадаем на сайт. Там очень много интересных способов применения. Интересно, на самом деле, почитать. Ну и на этом все, мои хорошие. Ссылочка на очиститель Shine под видео. Проходите, покупайте, знакомьтесь, пишите свои отзывы. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю, целую, всем пока-пока.